Доброго времени суток. Рады приветствовать вас на канале «Шагай с нами». На канале о путешествиях и походах. Представляем свои фото-видеоотчеты. Прага поистине замечательный город, очаровавший нас своей весенней красотой, своими мостами, замками и площадями. Прагу хочется возвращаться снова и снова, чтобы любоваться ее архитектурой, наслаждаться разнообразием, кухней и необычной насыщенностью напитков. Как сказал поэт, на что сдалась мне эта заграница, какой в ней толк или какой резон. Но Прага все же продолжает сниться, и честно я скажу, приятен этот сон. Богемское очарование и сказочные черты Праги делают ее идеальным туристическим направлением для фанатов искусства, которые хотят погрузиться в историю, искусство, музыку и архитектуру. Вы можете уделить целый день исследованию Пражского града. Чешская кухня довольно калорийная. Блюда обычно большие, поэтому правильно рассчитывайте свои силы. В основном представлено блюдами из свинины, хотя есть блюда из говядины, утки, жареного и маринованного сыра, к многим блюдам подаются кнедлики, изделия из теста или картофеля, приготовленные на пару. Из супов обычно готовят полевки, чеснышки. Перечень десертов обычно небольшой и представлен разными видами выпечки, штрудели, сладкие кнедлики, подельники. Прага – столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов – Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны. Население – 1,3 миллиона человек. 14-й по населению город в странах Евросоюза. Расположена на берегах реки Вльтавы. Первые исторические сведения о поселениях славян на территории современного города относятся к VI веку нашей эры. В X веке Прага стала столицей чешского государства. Климат мягкий и умеренно континентальный. Зимы относительно мягкие, малоснежные, а лето обычно дождливое. Весна приходит в марте, а осень оканчивается в начале декабря. We'll be right back.
Прага – один из красивейших городов континента с богатейшим архитектурным, культурным и историческим наследием, охватывающим период более 10 веков. Исторический центр столицы Чехии включен в список объектов всемирного наследия и сохранился в удивительном состоянии. Старый город Праги имеет особую атмосферу и включает десятки захватывающих достопримечательностей, представляя собой переплетение симпатичных средневековых улочек и старинных зданий с красными черепичными крышами. Карлов мост – самая известная достопримечательность Праги. Это средневековый каменный мост через Вльтаву, соединяющий исторические районы Мала Страна и Старе Место. Считается одним из старейших подобных инженерных сооружений в мире. Его начали эксплуатировать еще в 1380 году. По легенде, первый камень моста заложил в 1357 году Карл IV, император Священной Римской империи. Долгое время Карлов мост связывал Старе Место и Мала Страну и служил для проезда королей и делегаций в Пражский град.